В областной прокуратуре «День открытых дверей». Прием представителей бизнес-сообщества ведет первый заместитель прокурора области Никита Зубко. Он же берет каждое обращение под личный контроль. Рядом бизнес-омбудсмен Рязанской области Михаил Пронин. Кому как не ему узнать о чаяниях предпринимателей. Сюда, как правило, предприниматели выносят вопросы, которые достаточно уже, где нарушены права, или где предприниматели считают, что нарушены права, где достаточно уже большой объем работы по защите прав сделан, да, но тем не менее не сдвинулось, да, не достигли того результата, на который предприниматели надеялись, и поэтому вот уже вносится вопрос на такой высокий уровень. Я вас уверяю, это достаточно действенная и эффективная мера, берется под личный контроль первого заместителя прокурора нашего региона. Этот вопрос вообще под контроль прокуратуры области, и, как правило, в большинстве случаев вопрос отрабатывается и решается. Вопросы, с которыми пришли сегодня бизнесмены, самого широкого спектра. Говорят и о безбарьерном осуществлении предпринимательской деятельности, и об административном давлении со стороны властей. Сетуют на соблюдение законности при проведении проверок. Прокуроры фиксируют также запросы о предупреждении и пресечении нарушений прав и законных интересов предпринимателей. Например, сразу несколько вопросов из районов относительно разбитых автомобильных дорог, препятствующих покупателям подъезжать к магазинам. Или об отсутствии стационарного освещения на территории, прилегающей к объекту торговли. Ответа, я так понимаю, нету на претензию. Вообще никакого. Понятно. Хорошо, подготовьте обращение, мы уже дальше сорганизуем всю работу. Кроме того, напомним, что в прокуратуре области прием предпринимателей проводится с 9 до 18 часов сотрудниками подразделений по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции, рассмотрению обращений и приему граждан, а также отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики. В территориальных прокуратурах прием предпринимателей ведут в зданиях прокуратур по месту их нахождения.